Приготовьтесь увидеть видеоурок обучения и обзор на светящиеся ролики на обувь. В первую очередь вам необходимо выбрать вашу движущую ногу. Попробуйте сначала выпрямить первую ногу и толкайся. Давай с руками. Теперь давай с другой ноги. Какая? По-моему, ты проще. Окей. Толкайся правой ногой. Да. Держи равновесие на пятках. Пробуй давай. Спустя годы тренировок, ну или пару минут, вы будете спокойно кататься 2-3 метра. Сразу научился? Отлично. Чтобы остановиться, наклонитесь вперед и поставьте ноги. И переходите на шаг. Всем удачи! Эй, народ!